Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Надо губки высушить. Кубка. Нормально. Дичь какая-то происходит, пока меня здесь нет. Деревья говорящие. Алло, да, дерево? Ага, слушаю. Тут говорит, вы занимать, давать трезубы. Нет, не давать. Точно не я давать. Я тоже чувствую дерево. Ну, говорит он не давать, он жулик, мошенник, вор, обманщик. Дерево говорит, что он жулик, мошенник, вон обман. А ты только что обманул, Ярик! Про тебя и говорит! Ярик, ты только что обманул! Он про тебя и сказал, Икс-Данил. Все, вор, жулик, обманщик, да? А мне дерево сказал, что Ярик только что сказал неправильную информацию! Мужик, ты не тори-тори, ты не можешь так с дереком общаться. Так я подключиться к дереву. Ты не можешь гиб-гибками. Ничего ты не чувствуешь. Так я гиб-гибк! Ты не гиб-гиб! Я до сих пор гиб-гиб! Нет, ты им никогда посмотри и не был. Посмотри на меня! Ты им никогда и не был. Я превратился в него, я тебя даже превратил. Это не было такого. Где печка в моем доме? В смысле не было? Где печка в моем доме, я не понимаю. Мужик совсем заврался, просто заврался. Сами вы забрали. У меня столько ресурсов в доме было, почему вы все сорвали, я не понимаю. Это меня... можно было все быстро рестить, простите, что перебивать. Вышел! 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 Выхожу! Вышел! Выхожу! Выхожу, не надо! Я просто пришел сказать пару слов в защиту Экзанила! Все! Ухожу! Убегаю! Вышел, я сказал! Да я убежал уже! Я убежал! Поможешь? Нет, все, пускай не возвращается, самое главное. Вован, здоров. Короче, прикинь, у меня опять угнали лицуху. Вот он, наш главный герой. Денис. Очередная жертва скампродавцов и... А это кто еще говорит? Он все еще покупает лицензию в виде почта, пароль с полным доступом у незнакомых барыг в интернете. Жалко тебя, Денис. Но сейчас ты можешь забыть об этой проблеме навсегда. Мелиды Ритейл. Именно у нас ты можешь купить лицензионный ключ для Майнкрафта в разы дешевле. Теперь чего-то не хватает. Плащика. Точно. Оптифайн плащ. Во. Теперь ты обладаешь весьма харизматичной внешностью. Да еще и с красивым плащиком. Спасибо. Все, Денис, твое экранное время закончилось. Помимо Optifine плаща, можно купить ключи для Minecraft Dungeons, Legends, Bedrock, Terraria и еще куча всего другого, что убрались в продаже другие площадки. Но, к сожалению, Денис забрал мое экранное время, и я, не могу договорить, я... Не будь как Денис. Покупай ключи в Мелида Ритейл. Без спроса я тебя не приглашал домой, чё приперся ты? Я сказать по-бровястого! Я поделал что? В суде скажешь, когда тебя вызовут, иди сюда поставь мне вот это. Можно слово, пожалуйста? Да. Два слова. Ну? Он бы мог без суда все решить, но это неправильно. Если бы он сказал, да, я своровать, но я исправиться, и осушить все здесь, чёртовы бабушки. Суд вот нужен, если бы он все осушил. Да, а он продолжает это отстаивать, то что он здесь прав, а не мы. Он это здесь я. Вот это. Да, он, да. Это я что, продолжаю отстаивать? Так вы обманываете, вы на меня наезжаете, я чистую правду говорю. Ты своровал ядрен батон, Икс-Данил. Нет! Да. У меня есть разрешение. Дерево Эйва разрешило. Больше не надо. Больше не надо. Деревья не разговаривают. Это первое. Второе. Разговаривает, Эйва разговаривает. Не, ты ее не оскорбляй. Все в чате понимают. Подписчики же не глупые. Они все... Да, так бесполезно, да? Только сверху. Да, смотри, тут прикол в том, что там источники наверху, на максимальной высоте. Просто их надо убрать и все. А как я тебе их уберу? Достроиться туда надо, простроиться. Да, там максимальная высота, я уже проверил. Я, вот так... если бы он не воровать мой трезубец, я бы мог на трезубец туда и все сушить. Кстати, да. Не ты мог, потому что зачарований на нем таких не было даже. У меня есть шаман, который чарует, а ты у него зачаровал. Ребят, мне нужен трезубец, чтобы я нормально смог туда подняться. Мой шаман делать уже трезубец. Нам нужно трезубец добыть, нам нужно в этом океан бы пойти и трезубец добыть. Да слушай, удобнее сидеть забавиться. Вы втроем одновременно разговариваете, у меня не 10 ушей, а 2. Что? Социальные сети. Социальные сети, знаю такие. Что? Утопленники с трезубцем и здесь спавнятся, я проверил. Данные тут есть. Это хорошо, как ты видишь, чтобы они где-то были? Я только лососось вижу. Ну, но сейчас честно. Нет, но будут. О, смотри, тут столб уже есть, так полдела. Где? Вижу. Около коня. Кто-то уже столб простроил. Аттракцион наверху цунами. Одна земля, один спуск, одна земля. Так, ладно, давай тогда поднимемся, главное не умереть. Чай все будет. О, прыгай, кто-то! А кто в итоге, кто мне цунами здесь устроил, кто-то скажет? Фиг его знает. Эйва.
Так, а чё вы пишете свободу этому жулику? То есть вы с ним в команде, в банде, да, получается? Так я вас тоже сейчас в чате нафиг всех забаню. Ты вот подписчик? Да, так а чё они на стороне зла? И несправедливости. Потому что они знают правду, это не зло, это вы нет, зло. Это дурачок знает правду, ты утверждаешь, умные. Что ты с деревом разговариваешь, мужик. Как ты так... хочешь быть моим шерифом? Ты на голову бабахнутый. Я же говорю, они умные, они знают, что дерево Эйва может посылать сигнал, что может разговаривать. А ты даже не веришь, что оно разговаривать может. Кто тут умный, кто тут не умный, ну ё-моё. А теперь действительно умный человек знаешь, что скажет? Что? Действительно умный человек скажет то, что кое-кто в одной социальной сети кого-то подговорил на данные сообщения. Так что мы это всерьез не воспринимаем. Неправда, потому что ты, они подожди, сами ты, меня ты предложили. Подговорил, ты подговорил моих подписчиков в чате писать свободу их с Данилу? Нет, да. Я им поблагодарил за то, что они мне помогают. За то, что они на моей стороне. То есть они я помогают жулику, мошеннику и вору, да, получается? Что? Они помогают жулику, мошеннику и вору, да, получается? Нет, они помогают за справедливость. Ядрен батон здесь океан просто. То есть я онлиап как будто бы играю, я на самый верх поднялся. А ты где? Вот здесь. Ау. Слушай, здесь красота, как будто бы бесконечный океан. Оу! Воу-воу-воу-воу! У нас тут дельфины нафиг! Ты смотри, что чудит! Подожди, что это получается? То есть это просто надо тогда убрать, вот если я правильно по... Вот, да, вот так вот. Туфта какая-то. Да нет, несколько слоев, все нормально, видишь, не забивай. Прокекал. Губку? Да, вижу! Губку. Вижу, иди, поймаю, делови. Ну, короче, тут просто несколько источников, все нормально. Господи, типа, кому это не лень вообще было? Кто это делал? Просто океан здесь выстроил, нафиг, океан! Эйва. Не, оно что-то криво как-то, мужик, работает. Да, и проблема в том, что это всегда... Это, оно падает. Оно падает, господи. Да, кошмар просто. Я слышу, как киты поют. Это нормально, я только что кита слышал. Да. Откуда? Тори, откуда у тебя столько этого? Я у Эйва попросить. Спасибо, понятно. Притащите сюда верстак, притащите сюда печку и уголь. Надо. А, у вас здесь все приготовлено уже, да? Да печки я только что сделал, но топлива нет. Уголь у меня дома, за углем в целом надо сбегать. Я прокекал все свои вот эти губки. Не, это слушай, это бесконечно убирать. Да не, нормально, справимся. Ты же видишь то, что оно не уходит? Оно уходит более чем. Нет, так а вниз оно туда не спускается. Там утопленник. Так оно пока и не должно. Оно пока флексит. Не должно, так, подожди. Держи. Ну это кошмар. Помогай. Держи. Давай. Освободите меня. Это все, что я есть. Откуда у тебя столько... Нет, ты там сиди, молчи, даже с нами не разговаривай, партизан. Так, освободите меня. Не падай. Кошмар кошмарный, господи. Это что-то на уровне невозможного, как мне кажется. А так если сверху на это разлить лава? Вот ты так. Ты что делаешь, Эдуард? Вот, какой лава? Не надо сюда лаву никакую разливать. Ты! Кто мне там тыкает? Так ты меня скинул только что вниз! Я случайно! Это покушение, ты поднялся специально на блок и скинул! Это случайно! Это специально было! Это случайно! Выпусти провязного, Эдуард! Нет! Я хочу! Выпусти меня! Ты меня? За что ты меня простишь? За то, что столкнул меня специально. Ты дурачок? Так ты меня столкнул только что! Это покушение! Хорошо, давай, короче, как поступим, Клайп. Если ты хочешь, чтобы их за него вышел сейчас, то... Я устал забираться полчаса! Кто это был? Жулик Какой жулик плей? Его на сервере нету! Зашел, покусился на тебя и вышел сразу же. Я тебе сейчас покушусь! Где он? Гречка, ты вообще бесполезный. Ты что-то делаешь или ты делаешь вид, что ты что-то делаешь? Иди делай. Да куда я заехал? Не поплачь! Я очень злился! Да выпустите меня! Дайте мне забрать! Аааа! Да сколько можно? Я чуть не разбился! А почему ты падать? Да, почему ты падаешь? Что, землетрясение здесь или что? Или этот, волны большие? Ветер дует в мою сторону, я. Ветер дует, да. То есть, понимаете, мы убрали 0,0001% этого океана. В целом, ну, затопленный город, можно переименовать наш город, чтобы он назывался Атлантида. В целом, я не против. Так это же неудобно. Вы что, вообще неудобно. Сводить черепах, делать себе шлем на черепашье, вот это вот подводное морской дыхание. Морской источник. Да, морской источник. И вообще просто будем... И у нас будет больше
больше мы не будем ковбоями, а будем вот этими. А кем-то кем? Русалками. Все. Ну, слушай, понимаешь, сердце просто... моря поставь. Понимаешь, просто это еще и мой город задело, как бы. Ну вот у тебя уберем, а у нас... Ну это невозможно. Я не знаю, сколько человек это делал. Но это просто невозможно. Один, это наверное. Это делал не человек. Это делал никак не человек. Честное слово. Да, ну а как ты, веришь, что это человек сделал? Ты веришь в это? Да, я верю. Оно не убирается. Оно не убирается. Мы уничтожаем, ты сказал, тут как бы источники сверху. И логично в целом. Ну что-то вообще нифига хрень. Ты видишь, что ты делаешь? Ты видишь, как ты убираешь? Я сейчас просто тестирую, сколько источников внизу. Понимаешь? Кошмар сколько, как ты видишь. Это просто невозможно убрать. Эдуард, вода Эйвы, поэтому она не убирается. Да хватит хулиганить! Давай, разберемся, как мужики, давай! Да я не собираюсь с тобой разбираться, я пришел просто поговорить! Да я не хочу с тобой разговаривать, ты на стороне зла! Я на стороне добра, если бы я их задел, он мой брат-друг! Офигеть, что это на стороне правды! Какое правда то, что воровство разрешено у нас на сервере? Какой пример ты новичкам подаешь, которые донатят на рулетку, которые хотят играть у нас на сервере? Какой? Я подаю пример, что не надо менять того, кто не виноват, не надо чувствовать, надо верить в Эйву. Что? Эйва, это святое. Да встань от меня! Что ты пристал? У него шиза разыгралась, он и разговаривать нормально не может. У тебя несусветные, не связаны между собой какие-то галлюцинации в голове, ты! Ты чё, Эйвы не веришь? Он все правильно говорит, он же сказал! Состыковался с деревом, волосами и волосами. Это что я тебе корабль? Какой состыковался? Так ты не веришь, Эйва и Эдуард! Ты аватара не смотрел, там они все волосней состыковывались, в Эйву вставляли эту курсы! Эдуард! Ты Эйву шизой называешь? Эдуард! Слушай, они разговаривали волосами! Освободите их, Данила! Мирон тоже поплыл. Мне вообще без разницы, с кем Икс Данил там состыковывается, пока меня нет. Честное слово. Но... С деревом Эйвой! Это сказали? Вообще ужас, на самом деле. Ты не веришь в Эйву? Как? Почему ты ее шизой обзываешь? А Гип-Гип вообще расслабился? Так себе Гип-Гип! Господи, я тоже дельфин, я выпрыгиваю. Дед в трусах, у храма есть решение. Какое решение? Чего решение? Блин, как тебе идея, чтобы Икс Данил убирал всю воду как наказание? Какое наказание человеку, этому человеку психушку построим, чтобы он там сидел? Его не уговоришь. Я его лишу вот должности шериф, потому что мне психично больной человек на должности шерифа не нужен. Вот и все. А почему ты так подумал, что я психично больной человек? Почему? Ты с деревом состыковываешься, мужик. С Эйвой! А, ты не веришь, что Эйва разговаривает? Ты не веришь, что Эйва имеет магические способности, да? Ты в это все не веришь, да? Понятно. Вот оно как бы всем подписчикам и видно, кто шизой, а кто нет. Понимаешь, ты даже не пытаешься извиниться, Икс Данил. Понимаешь? За что? За то, что ты сделал. А что я сделал? Я ты виноват. Украл трезубец, да. Нет, подписчики по-другому говорят. Я по-другому подписчики говорю. Подписчики не наезжайте. Играли на сервере в тот момент. Подписчики не могут знать. Стоп! Подписчики все знают. Но это они не могут знать. Они умные, они знают. Они знают, что такое Эйва. Они знают, кто виноват, кто не виноват. Что как происходило и так далее. Они некоторые не знают, из них смотрели аватара. Как? Я сказал 40 тысяч человек, чтобы они вот против вас вот так вот повернулись. Так нифига не 40 тысяч пишут там 4 человека, которые просто спамят в чат и все. Ты 4 человек подговорил, чтобы они писали, что ты прав, и все. Не прав. Это твой максимум. Весь чат говорит, все 40 тысяч, весь чат говорит. Весь чат на моей стороне, в первую очередь, а не на твоей. Нет, я вижу, что чат... Да тут нет стороны никакой, господи! Подписчики просят меня освободить, и все! Вот этот человек, который меня преследует весь стрим, вот что-то он меня прям вот это напрягает на самом деле. А преследование это уже, да, это наказание за такое можно получить. Так же, как и воровство, Икс Данил, так же, как и воровство. Так же, как и воровство, все правильно, да. Вот поэтому не воруй. Вот ты признался, ты признался. Я-то не воровал никогда, что я признал? Я шериф, я знаю, какой закон! Я знаю, что можно делать! Прошу заметить, ты уже не шериф. Я был шериф. Ты был! Вот именно, ключевое слово «был». Был! Хорошо. Был! Я до сих пор знаю закон, я знаю, что правильно, что нет! Вор. Я ж не забыл все! Господи, не, это кошмар нафиг, это кошмар. Так, подожди, у храма есть решение. У нас тут есть вот эти храм, которые поклоняются, не поклоняются Херабрину. Они говорят, что у них есть решение. Так, где храм? Мне нужно храм.
Вызови мне такси, я покажу тебе куда. Мне нужно к храму. Такси это там, вызови, который из-за, из-за леса. Это там, который из-за леса и из-за города. Дед труса. Так, за дедом в трусах надо, за дедом в трусах. Офигеть, тут просто разлили. Кошмар, кошмарно, я же не разобьюсь. Господи! А фу, я думал, я... Да, пошли. Пошли. Такси, такси можно? Нет, прыгай и беги за нами. А ты сам где? Ну, подожди, бегу нет, за ними. Буквально 30 секунд, подождите, пожалуйста. Вот эти ненормальные, еще одни психи, вот эти, шизой. Эти поклоняются вообще Херобрину. У них Херобрин их главный бог. А че в Лондоне? Я давно к ним не ходил, на самом деле. Да у них на месте все стоит. То есть они ничего не строят, да, получается? Нет, они даже Биг Бен не закончили. Что-то строить начали, но не закончили, ладно. У меня во всем городе теперь это, как это называется? Просвечивается вода, вот, у меня здесь пик, что за дичь, на? Вот. Меня. Иди поплачь там. Освободите. Тебя никто не освободит, жулик. Жулик будет сидеть в тюрьме. На тобой еще суд будет. Ладно, давай вот. Давай все-таки, ну что мы, как не родные, он в конце концов, ну, гражданин нашего города. Уже давай нет. Как поступим? Ну, не, послушай, это правда, ну... Немного сочувствия нужно. Вот ты сейчас находишься в бедовой коробке, да, правильно? Вот тебя... Мы хотим тебя вытащить, и Клайб больше всех. Поэтому давай вот Клайб сейчас будет ломать эту коробку, и когда он сломает, ты вылезешь. Все, лаги, справедливо, справедливо. Коробка не ломается, я на этот пранк не поведусь! Тебе Эйва поможет. Вот ее попросишь, и она тебе поможет. Иди состыкуйся с ней тогда. А, кстати, да. Я сейчас за этой газировкой чуть не подавился. Я у кого деда в трусах, ты где? Я бегу, я уже почти возле храма. А, ну ты погоди меня, без меня не заходи, мало ли что. Говорил, жулик Клей. Полчаса назад. Полчаса назад, у тебя пинг 10 тысяч, жулик. Господи. Жулик Клей, мы же с тобой попрощались в самом начале стрима, не? Какой Клей? Жулик, вот я, слышь. Вот, так решил прийти. Просто жулик это их с Данилу. Ребят, а если я сюда зайду, рейд не начнется, все нормально будет? Я просто, ну, у меня это как бы дурное знамение, еще полчаса у него. Ну ты молоко выпей, только на зиму. Но у меня нет молока. У меня что, корова где-то карманная есть, чтобы я молоко выпил? Ну, ослы вроде молоко не дают. Я сказал молоки или молоко? Молоки. Я сказал молоки не дают? На гип-гипске, молоки. На гип-гипске, да. Я сказал, все, я весь день так разговариваю. На месте. Так, мне нужно решение, дед в трусах. Ладно, я тогда пойду. Жули Клей, ты уже ушел. Эдуард, ДС можете в ДС сервер, а сейчас зайду. Пойдемте туда. Я вас слушаю внимательно. Ой, да-да-да, здравствуйте, да, извиняюсь. В общем, мы когда вот этот храм-то строили, да, вот песочек копали, мы понаходили всякие чертежи и так далее. В общем-то, есть идея, механизм довольно простой. Мы прогулялись по периметру, пока там с Иксданилом, который у нас, кстати, если помните, книжку тогда своровал, да? В общем-то, не скажу. Это был я, не Иксданил, дедуля! Ну вы немного, видимо, похожи. Да не надо меня бить! Я верну! Иди возвращай! Вот еще один человек, который думает украсть и вернуть! Я верну, прямо сейчас верну! Все! Так ты украл несколько месяцев назад! Я верну! Все, дедуля, все, не стреляй, все. Дедуля, ошибся, я пошутил. Ну, дедуля, там эта память уже... Забыл, да, никогда, никак две капли воды, поэтому, да. Вот, в общем-то, механизм довольно будет простой. Мы посмотрели, оно у вас идет по диагонали широкой линии, да? Соответственно, как мы можем сделать? Будет штучка, которая будет весь механизм по диагонали вести с собой. А сам механизм, это полоска тоже по диагонали в форме этой всей дичи. У меня уже есть готовое все по размерам. В нынешнем мире это называется слайм-машина, правильно? Ну, видимо. Мы просто сейчас не совсем на человеческом объясните еще раз, какие это... диагонали, параллелепипеды и полоски. Перевожу. Смотрите. У вас полоска идет вот такая, оп-оп-оп-оп-оп, только поширше. Вот, очень поширше. Очень-очень поширше. Вот. И, в общем-то, суть механизма будет в том. Сейчас, надо что-то другое. Вот это подойдет. Вот. Оп-оп-оп. Нормально. Он будет также идти по диагонали. Вот. И тем самым он будет слаймами убирать источник вода. И все будет. Там офигеть, сколько источников! Мы сейчас губкой это пытались убрать. Убирать губками механизмом это займет минут 5. И сколько тебе надо времени, чтобы построить этот механизм? Мне больше ресурсы надо. Мне надо мед, слизь.
Мед. У вас есть мед? У меня на другом мире чел играет. Мы можем тоже... Мы можем тоже... Где трусах? Подожди, я просто что кое-что объясню, подожди! Подожди, Эдуард, смотри! Я ставлю блок земли! Стой, стой, стой! Ну, У эйвы большие корни, они распространяются на все растения, которые есть в этой природе! Вот, запомни эти слова! Ставлю сюда бамбук! Поднимаюсь на бамбук! Состыковываюсь, и он мне говорит! Их занял не виноват. Это Эйва сейчас разговаривает. Ти! Стой, ты тут! Эйва разговаривает! Ты слышишь? Хранитель истории мира подтверждает то, что нигде не указано, что кроме гиб-гибгов кто-то может... Ты помолчи, да где трусах, хуя тут это все нормально! Почему ты решил, что он нафига мужчин тебе с бамбуком состыковываться? Так я волосами нахожу там сигналы, ловлю с корня, с корнеплода вот этого дерева. Wi-Fi, 5G, Bluetooth. Вот чем да! Я хочу сказать. Да-да-да. Дед в трусах. А напомни, что у вас их с Данил воровать тоже? Книга, говорят, важная есть. Книжка, вот тут книжка у нас лежит, там вся история храма. Это, представляете, какая ценность. Клайд признался, дедуля, что это он я. Взорвал. Да. Это не... Еще один вор. Чтоб вы знали, интересный факт. Скорость передачи информации, Эйва, 100 терабайтов в секунду! Так, да! Сколько да! Разговаривать с нами! Какие, это тебе, такая какие ресурсы тебе нужны и сколько тебе ты это строить будешь? Достроить это недолго, надо просто вот этот булыжник, который там уже поставили, снести. Да и в принципе все, все остальное, ну слизи, если у вас нашкребется в королевстве. Ну я ед, вообще я бомж. Камень. Я сам будто слизь. Я подойду, я буду... У меня глубинный сланец есть, 64 штуки. Отлично, подойдет. 64 да. Штуки? Ну, хоть сколько-то. Мы тоже поскребем у себя по сусекам. Ты... Это Эйва говорит! Не слушать этого деда в трусах! Стой, кто деда, вообще это... такой? Старый дедуля! Забыл! Забыл! У него забыл. Эдуард, без резких движений! Не, я давай, иди сюда. Где он? Где я он? Я чувствую Клайп, какой-то непорядок. Клайп! Клайп, живи! Бровя, не нападай на Клайпа! Мне эти слова! Не нападай на Клайпа! Все можно решить словами! Да, но не воровать ты зубец и прикрываться со стыковкой с деревом! Это тоже правда! Нельзя так делать! Не нападай на Клайпа! Ты неправильно понял, Эдуард! Золото! Я вижу, как ты там отражаешься, смотри, Херейд! О, какой я красивый! Стой, погоди, стой! Ты без шейдера! О, вот так еще лучше! Вот так вообще красивее, да! Отвечаю! Смотри, у меня хвостик сзади какой. Ага, нормально. Главное, слово на букву Н не говори, когда вот надеваешь вот это вот. Да, конечно, я же дурак. Я понял. Сразу бандитская кровь просыпается, да? Да, да, какая бандитская кровь? Я просто со столькими бандитами справлялся. Так, где этот партизан, который где-то прячется, а? Скажите мне. До сих пор там же. В бедроговой коробке. Да не ты, а твой вот это. Я сам себя назвал партизаном. Да, он сам себя назвал. Я сейчас прямо состыковываюсь волосами с Эйвой, и она мне продолжает говорить одно и то же. Состыкатор, да сколько уже состыковаться там можно. Ее корнеплоды доходят до моей головы в нейронные сети мозга и сообщает. Слушай, информацию, печатает на клавиатуре у меня в голове. Аватар, ты этот, как там его, пугать детей, вот это. Ты да, посмотри ты на мое лицо, я самый натуральный аватар! Извините, а вы не задумывались о постройке психотерапии? Да, да, прям на этом стриме задумались. Слушай, дедуля, ты перебарщиваешь! На! Чего? Дел! Дедуля! Стреляют! Меня еще и психом обзывает! Психопат, как он туда забрался? Скажите мне, пожалуйста. Там есть проход, идите сюда. Пойдем. Да, вам туда, Эдуард, вам туда. Да. Сейчас это психопата. Ага, посмотри. Он спускается по воде! Он по воде спускается! Ааа, что ты дальше будешь делать, а? Че, собака? Скидывай его! Залазь! Где проход? Деда? А, да-да, вот тут, внизу, вот здесь, вижу, вот с передней стороны, вот здесь, вот там подъемчик, и все, нормально. Нет, не туда, вот сюда. Давайте просто Клайпа кастрируем, и он угомонится, и все. Что ты несешь, скажи мне, пожалуйста. Я, конечно, ни на что не намекаю, но он... То, что он кот, как бы это понятно, да. Он на левом углу входа в храм. Где он? А вот наверху, внизу, он идет в сторону, он убегает. В сторону ковбоев, по-моему. Давай, догоняй, вали его!
У меня больше не дайте на Клайпа за то, что даже ничего не сделал. Он просто разговаривал. Он воровал. Как спить, спуститься отсюда? Как он ничего не воровал. Да дичь, я прыгнуть хочу, ну ладно. Ну, ну пока это, мы аттракционы не открыли. Так воду разбил, такие да. Жестокие все, боже. Мы жестокие. Человек, говорит, ничего, человек, ничего который, не сделал. Говорит человек, из-за которого вся эта война сейчас. Какая война? Никакой войны вот, нету. Вот, против тебя и Клайпа. Что? Вот, знаешь, что я думаю? Вот что-то на удивление в Бадриковой тюрьме какая-то плохая шумоизоляция, тебе не кажется? Да, вот офигеть как кажется. Потому что корнеплоды от Эйвы доходят даже до Бедрока. Со своими корнеплодами, господи. Надо убрать эту дичь, я не хочу вот это с аквалангом плавать в своем же доме. Да, мы тогда займусь. Главное, займусь. Чтобы убрать У Гибгибга просить, у Гибгибга просить. Он Дарья его попросит. Надо убрать оттуда. Главный Гибгиб, главный Гибгиб. Кого убрать надо, кого убрать надо? То, что там булыжник поставили, уже надо убрать, он мешаться будет. Главный Гибгиб. Ресурсы попросить у так себе Ярик, он попросить. Да, ресурсы сейчас соединимся, да, объединимся. Да не надо соединяться, ни с кем состыковываться уже больше, пожалуйста. Они все куда-то Они все куда-то состыкуются сегодня. Так Ярик тоже самое своим делает. Ярик, Ярик не делает это, у него жена есть. Он же спрашивает у Эйвы информацию, а по-другому там никак. Главный Гибгиб Ярик, что вы думаете о том, что Эдуард не верит Эйвы? Что он ее это психологически обзывает, что он называет шизой и так далее. Что ты думаешь про это, Ярик? Ярик. Знаешь, вот он удивление. Психаря связывается с Эйвой, и она говорит ему информацию, что мы правы, а он вам сейчас врет. Вот на удивление, 50 раз до этого не задавали этот вопрос, и думаю, что на 51 раз ответ поменяется. Так ответа нету. Ярик, что ты думаешь, Ярик? Твой друг, лучший друг, он не верит Эйвы! Он предал ее называть ее психушкой! Простите, я в подземелье спускаться, ничего не слышу, сядь паха! Игнорируй! Не игнори меня! Нет ответа, что ли? Ярик! Он в подземелье спускается. Хорош ли ты друг Макто, если ты не веришь в такое? Он спустился, все, он ничего не слышит. Игнорщики, все понятно. Я бы в тюрьму засадил людей, честно. Я бы в тюрьму засадил людей, кто вот так рубит деревья. И никогда бы в жизни их не выпускал оттуда. Да, закон надо выпустить новый. Да, выпустить закон, прям принять его на вот этот государственном уровне, чтобы за такое в тюрьму Бедроку усадить примерно на 10 суток. Ой, кто же закон выпустит, интересно? Я! Кто? Да ты закон! О, глупый ты чебурек! Ты не принимаешь законы! Ты просто пешка в городе! Все! Шериф присматривает за законами, контролирует хорошо, их! Давай, все, мы тебя услышали! Ты Red Dead Redemption не играл, что ли? Мы тебя услышали, хорошо. Вот ты говоришь, шериф, да. Ты больше не шериф. Мы назначим. Ты больше не шериф, вот именно. Мы назначим нового шерифа, и он закон. Да. Так ты доволен? Именно. Хорошо, тогда если он новый шериф, он может закон это новый создавать, конечно. Если будет только со мной вот это вот сначала переговаривать. Кто? Шериф новый. Так новый шериф же ты будешь или кто будет? Нет, я мэр, я кого-то найму на эту должность нового шерифа. Это понятно, ну новый шериф не имеет права присматривать за законом. Да. За безопасностью города. Да что ты хочешь от меня? И его контролировать. Вот туда нельзя, понял? Понял, а чё? Ну, просто пока нельзя. Какая вода красивая. А я тебе говорю, читай сообщение, а ты не читать. Так я в подземелье, у меня связь здесь плохая. Слышу, я в подземелье. У него просто всю связь стрим занимает. Да, у меня всю связь стрим занимает. Да он обманщик, вот кто тут обманывает. Подожди, ты меня слышу, обманщиком ты? Сейчас назвал? Нет, я Ярика назвал обманщиком, потому что он все слышит. Ты моего друга так себе, который стричь не умеет, сейчас этим обманщиком назвал? Так он говорит, что он меня не слышит, хотя он меня слышит. Так у нас связь гиговская, дискордовская, майнкрафтовская, разговорческая. Ты не гиб-гиб, помни гиб-гиб. Это, нет. Да. Господи, этот человек вообще просто башкой куда-то стукнулся перед началом этого стрима. Как из каких пор он решил то, что он гиб-гиб? Так я превратил и себя, и Клайпа. Ну Клайпа в хаги-ваги. Так хорошо. Раз уж вы гиб-гибки, я предлагаю изгнать их из города. Мужик с трезубцем. Она. Да, я убиваю. Нифига себе, ты шмальнул прям. Опа, давай. Если выпадет трезубец, загадывайте любое желание. Любое. Я сделаю все, что хотите. Мы изгоняем их за ним из города. Освободи их за ним. Бекон. Солями, бекон.
Выпал? Да, выпал. Я! Вот так вот Эдуард Эйба наказывает неправых людей! Слушай, ты... О, да. Ты пехайся, ну, в смысле такси. Ты тоже больше не в городе, этот. Да в смысле? Я тебя тоже изгоняю, Хаги-Ваги. Такси, все, только обманщики, что ли, остаются? Да я плыву, какое такси! Да ты утонешь! Не, нормально. А ты трезубца убил? Выпал трезубец? А ты его не убил, что ли? Нет, он же меня убил. Где ты шмотки? Утонул от него. Где шмотки? Всплывают там, где ты сдох, выше. А где они всплывают нафиг? Вот, четко вверх поднимаешься, господи, там они где-то. Господи-ка. Господи. Это все это из-за Клайпа. Да! Это Эйва! А ничего ты в Эйве не понимаешь. Ярик понимает, но не хочет это признать. Это фрукт такой, да? Гонщики нафиг за окном. Что, живой? Да. Из-за тебя, Клайп! Это не из-за меня, Эдуард! Из-за тебя. А знаешь что, Эдуард? Я сам ухожу из ковбоев, я теперь одинокий аватар, гип-гип! Даже одинокий гип-гип! Все! Правильно, Клайп! Правда должна отделяться от неправды! Я еще раз напомню, ты не гип-гип! Я теперь не ковбой, все! И теперь уже не ковбой! А я давно хотел уже уйти от вас, вы меня не уважали! А в фильме человек превратился в гип-гипка! И он стал гип-гипком! Он был гип-гипком в фильме! Но вы не превратились! Но мы не в фильме. Мы превратились? Да, у нас точно такая же махина, которая точно так же превратила нас в гип-гипка. У меня желудок. Ребят, вы на стриме в чате слышите, как у меня желудок вот так вот делает? Мне кажется, это слышно. Оно падает, господи. Да, кошмар просто. Я слышу, как киты поют. Это нормально? Я только что кита слышал. Да. Они слышат только ложь. Твою, вот именно. Нет, только твою ложь. Что? Ты понимаешь, я пытаюсь правду проорать через вашу ложь. Он насколько этот, насколько он просто преисполнен в своем вранье. Надевай. О, спасибо. Mm-hmm. Он настолько преисполнен в своем вранье. Спасибо. И баклаву надень. Он настолько преисполнился в своей лжи. То, что он обвиняет во лжи не только тебя, но еще и твой желудок. Типа, ну, он не хочет кушать, он просто выпендривается. Слышите, да, в чате? Вот прям слышите, да, как оно бжж вот так вот делает? Слышите, да? Ну, это хорошо. Ой, кошмар просто. Так, а дед в трусах чем-то занимается или нет? Да, бегу. Я давай, уже в процессе, беги. Уже сейчас это самое. В процессе, весь булыжник убрали наверху. А булыжник там наверху. Господи, пошли проконтролировать. Я головой ломать нормально все. Давай, ломай. Можешь не контролировать. Контролировать булыжник наверху надо весь. Сейчас этот мужик все делает. Который Херобрину поклоняется, эти все строит, как его, механизмы из Редстоуна. Но знаешь, если люди поклоняются Херобрину, то они адекватнее. И то они адекватнее, чем этот чем наш. Гибки? Нет, да? Чем бывший наш шериф. Нет, чем гибки, да? Вы не верите, Эйвы, да? А, все понятно. Ну все же в чате видят, да, то, что у него, ну слетела катушка, все, как бы тормоза отказали, ну видите, шифер потек, все, как бы чердак поехал, ну это видно же. Из-за того, что я верю Эйвы! Да? Это из-за этого, да? Из-за того, что я Эйвы верю! Я вам, да, я хотел сказать, когда мы тебя отпустим, Иксданил, идите с этим недо гибибом и Хаги-Ваги и Клайпом, куда-то будьте отшельниками, больше никогда не вот это. Не появляйтесь у меня на глазах, но суть в том, что ты никогда не выберешься оттуда, понимаешь? Так отпустите, я сам уйду! Так подожди, сначала мы должны вынести тебе приговор! В суде официально. Не вы, а Эйва! Господи. Все-таки это блоки Эйвы ведь! Только она еще не убрала их! Эдуард, да. Посмотреть вниз на Эйву! Я стою, я смотрю на тебя! Посмотри вниз, пожалуйста! Где? Вот зади на самый вот этот слева, я стою тут на Эйве! Я не вижу, господи, что здесь произошло? Кошмар просто. Теперь мокрый ус мой шериф и вот этот вот, как этого... Ржавый хвост, что-то такое. Тухлый хвост! Ну вот больше не теперь тухлый. Я на пол шишечки аватар, и звать меня! Орангутан, гутан, зови меня теперь! Пол шишечки. Вот. Один на пол шишечки с ума сошел, и второй на пол шишечки с ума сошел. Так, где кто там у нас? Дед в трусах, тут все убрали, я мужик. Я в небе, скоро сейчас все будет. Господи, у нас, походу, серые неадекватные. Мы, походу, одни нормальные, да, как мне кажется? Ну, мне да, тоже так кажется. Все наоборот совершенно. Мы как в фильме, эти люди на самолетах, вы чисто как они. Не верите мне, аватар, да, пересмотрел, как я понимаю?
А ты его не смотрел, что смотрел, ли? Но я не долбанулся после его просмотра. А, да, то есть ты... А, все понятно. Я сейчас этого... Я даже Ярика оскорбил сейчас. Ты даже Ярика сейчас оскорбил. Все. Полетело. Так. Сам ты... Что ты? Ты меня перекривлять, передразнивать будешь? О-о-о! Сейчас скажите, что это Эйва еще плакать начала, да? Да! 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 Да, походу, да! Над вашей глупостью, да? Над вашей глупостью. Ты ничего не видишь, ты в бедроке сидишь, ты. Ты именно над вашей глупостью, над вашим недоверием, над вашей несправедливостью, неправдой! Ники, вылези из лодки. О, куда пошел? У меня лодка есть, Ислан. Эдуард, все как в фильме. Блин, ты говорил, что это война, но нападайте только вы. Господи, да уже перестань ты прикидываться, ну глупеньким. Но перестань, Икс Данил. Как? Да-да, вот именно. Где дед в трусах? Ты... Я далеко, потому что мы... Армеша здесь? Армеша, ты в Дискорде? Нет, он не в Дискорде. О, дай вилка, Ярмеш. Ярмеш? Мне дай вилка, мне. А где вилка моя? Я ее не понимал. Кто-то украл. А, вилка! Вижу! Вижу вилку. У кого? Вилка, да все у Ярика. Вилка! То есть это обычная вилка? Это даже не вилка, это обычная вилка? Из-за вилки? Дай мне вилку, я тоже хочу. Только не потеряй тут течение. Фуф! Течение. Выпадет. Все, видишь, как надо? Я сначала попросил у него разрешение. Я у него попросил ее, а не просто взял. А ты ее вернешь? Конечно верну. Я же время попросил. Ты можешь суперменом быть. Это правильно. Да. Я как бывший шериф это одобряю. Я тоже его просил, он мне разрешил. И Эйва мне разрешила, так что не надо мне тут это. Ля-ля-ля. У меня крыльев нет. А в дождь ждет, он может без конца летать. Я там пиксельчик попал! Господи, кошмар! Я уже успел с жизнью попрощаться, маму, папу вспомнить, всех вспомнить. Марте завещание написать. Ты внизу уже, что ли? Да. Не, я в дождь. А, ну оно как-то странно работает. В дождь этот. А, он заряжаться должен. Да, он как будто бы заряжается. Хватит плакать. Я никто не выпустит. Попроси тогда свою Эйву, вдруг, пускай она тебе поможет. Да Эйва нафиг, она за вами наблюдает, как вы страдаете эту воду убирать. Стой. Да. Важное заявление, за мной. Во-первых, да. В основном сидит сад пижон, ее надо перенести к нам. Перенеси. Вот, но у меня нет прав в этом. Ну. Во-вторых, этот, садись ко мне в лодку и поплыли. Давай, подожди. Жду. Просто надо кое-что показать. Давай, знаешь, сейчас что? Я перенесу. Молодец. Алло, алло, да. Так, сейчас я тебя привезу в одно место. Вот, собственно, мы приехали в это место, вылазь из лодки. Ну. Вот, я ее заберу. Не-не-не, я хочу стоять. Надо прыгать, все нормально. Да. Вниз спускайся, надо показать кое-что. А, так вы сверху придете? Да, вот, все, прыгай. О, вижу. Все, смотри. Нормально, жив, цел, смотри, что готово. Я нафига предлагаю... ты эту коробку построил? Нет, вот слева, справа. Ищ, ты что, это что за это? Суд. Ты посмотри. А, здесь суд написано или суа? Суд. Суд. Суп. Суп, да, там суп. Суп. Уф, иф. Если бы меня судили, я бы хотел, чтобы меня в таком суде судили. А судили, это сразу, да, чтобы закрывать человека? Меня уже судили, кстати. Осудите господин, вы что делаете? А я думаю, так, тут сидеть за... То есть, получается, нам нужен суд над Икс Данилом, да, тогда? Да, определенно. Да. Вот здесь вот будет сидеть обвиняемый. Вот здесь. Да вот. Я не могу залезть, суд какой-то дурацкий. А, все, залез. Нормальный суд. Нормальный, да. Вот там, где будет сидеть обвиняемый? Вот здесь, где я сейчас сижу, да? Вот, да. Вот тут будет сидеть потерпевший, а тут судьи. А кто потерпевший? Ярик. Да. Гиб-гиб. А кто судьи? Я, ты и Натаха? Я готов. Я Гречка предлагать, да. Один из судей. Гречка. Она нейтралитет. А у нашего недогиб-гиб... А, у него же есть адвокат этот, Хагиваги, да? Да. А у тебя есть адвокат? Гиб-гиб? У тебя есть тогда адвокат? Я его адвокат. Не-не-не, кто-то нет. Нужен из этого. Ну, кто-то из гиб-гиба. Да. Армеша, наверное.
Господи, как вы эти... Как фантомы в воде нафиг летают? Или это уже не в воде? Вода еще пока что есть, но это временно, уже почти запускаем. Да подожди, я хочу посмотреть, как оно запускается. Кошмар, темно как где-то. Ты когда будешь запускать, скажи мне, пожалуйста. Мы хотя бы должны вот это, сначала эту дичь убрать, чтобы я к себе домой вот это, каждый раз через воду не вот так не плыл. Выпустите меня, пожалуйста. Поплачь давай, заплачь еще, нарушитель. Я мужик, не плачу, выпустите. А где он находится, я его потерял? Да в Бедроке. Так это понятно, но а где он находится, я не знаю. Чё у нас здесь за ноунеймы всякие плавают? Я этому человеку уже 30-й раз вот это вот предупреждение делаю. И он каждый раз здесь плавает. Эдуард. Да-да-да-да-да, я вас слушаю. Освободите меня, пожалуйста. Мне же ничего плохого не сделал. Как? Я не всемогущий, я не могу ломать Бедрок. Ты такси! Но ты я не всемогущий. Такси! Ну ты всемогущий, а такси, ты можешь телепортировать! А Эйва тебя сюда посадила, да, получается? Все, я не могу нарушить ее законы, Экзанил. Меня посадил Ярик, который у Эйвы взял блоки Бедрока. Но Эйва так решила, Эйва так решила, вот и все. Поэтому сиди, что я могу сделать? Ярик, он глава этих гибков, и Эйва имеет очень мощное присоединение с ним. Он не соединялся с ней, Экзанил, своими волосами. Да соединялся! Да. Соединялся, Ярик, ты соединялся с Эйвой? Мужики, вы свечку держали, я не понимаю. Так аватары, они все волосню свою соединяют с Эйвой, чтобы понять, что она говорит! Ну, ты откуда знаешь, ты видел? Тогда! Когда? Я знаю, с чьим волос соединять. Я стричь людей, незнакомых, с ними волос соединять на работе. Какой? Вот какой, именно. Эйва? Меня какой? Не было. Зачем ты стричь? Ты не Торух Мактон? Стоп, ты! Ты парикмахер! Ты притворялся? Так он парикмахер. Свободное он... время стричь. Понимаешь? Так ты не гиб-гиб. Так аватаров нельзя стричь, у них связь теряется. В смысле? Да, аватаров не стригут, кстати, да. Но он стрижет. Только аватаров стрижет, он обычных людей тоже стрижет. Ну он получается, стрижет. Он не гиб-гиб, что ли? Гиб-гиб с рождения. Ты... Так он же не понимает человеческий язык. К нему приходят, говорят, постриги нормально. Он, о, все, подолик стригу. Да, так понимаю. Он меня так и постриг в предыдущий раз. Видишь, какая у меня дичь на голове. Я пришел к нему стричься. Я говорю, одно он меня постриг, вообще у меня волосы по-другому. Так, а стоп, это уже криминал. Так подстригать нельзя. Посадить я. А когда мне прийти пристричься? Ты всегда занят. Кто занят? Всё! Он говорит, что мы победили! Он всегда занят. В чем ты победил ты? Потому что вы не правы! В голове крестики-нолики играют совсем. Вот так не победить. Я завтра свободен после 7. Вот и все. Освободите меня, пожалуйста. 6:30, 6:40 даже вдруг. Так ты ж не понимаешь, гиб-гибский Эдуард, как ты будешь стричься? Так вот еще наугад как бы. Ты придешь, он тебе скажет, ты ж карибудирай, и чё? И как он тебя стричь будет? Семён, вот пуск... Выпусти меня. Слушай, мужик, я тебе еще раз говорю, я не могу ломать Бедрок, ты это понимаешь? Так ты можешь телепортировать! Слушай, вот, ну он, ну не понимает. Ну вот этот, он не понимает просто. Ну чё ты, почему ты так притворяешься, как будто ты не можешь телепортировать, и как будто ты не такси? Ну почему? А почему я должен тебе это делать? Потому что я прошу тебя, потому что я твой друг! Так ты нарушитель, в первую очередь. Нет, я шериф. Уже нет. А подожди, а с чего ты взял, что это твой друг? Типа, с чего ты взял, что он тебе другом поплыло, считает? Поплыло, смотрите, как поплыло. Подожди, стоп. Чё? Чё поплыло? Уже поплыло. Уходит? Не-не-не, да не стой ты на месте! Да стой на месте! Да уедрён батон! Она не слышит. Она, да. Я думаю, что ей в лицо-то тыкаешь. На нём гиб-гиб, стой на месте. Где этот? В трусах. У нас проблемы, Эдуард. Ну, конечно, я не думал, что так вылезет. Я не думал, что все так просто пройдет. Какие проблемы? В высоте проблемы. Ты не можешь построить, да, потому что слишком высоко? Потому что слишком высоко. Да, и что мне с тобой делать? Я пытаюсь сейчас модернизировать механизм, чтобы он поехал без высоко. Как гиб-гиб разговаривать. Я их язык изучаю. Постепенно. Мы с ними же тоже в хороших отношениях, как и с вами. Нифига себе, я на слайм приземлился, пол сердечка осталось. С ума сошел, что ли? Твердый слайм, долгий. Что ты хочешь? Что ты хочешь с этим делать? А смотрите, она поедет туда по диагонали. И
поехал нафиг по диагонали. Ну... Вот так, да, по диагонали поедет? Ну, практически. Практически. Я сейчас разобьюсь на слайме. Не надо. Так, ну оно никуда не едет, мужик. Понимаешь? Ну, пока что да. Сейчас тут надо кое-что подсаманить. Шаманить. Так оно никак и не модернизит. Да ядрен ты батон, что вы толкаетесь-то? Господи, я сейчас три зубы уже сломаю. И потом че, буду... Да, потом буду должен опять гиб-гибом, прямо как X-Данил. Ага, тебя еще посадят, ты аккуратно. Я с ним бережно обращаюсь, не как ты. Так я тоже. Можете водичку, пожалуйста, я тут я вот это мне спасти надо. Да, я еще как хорошо обращался с гиб-гибком, и сейчас обращаюсь, только он теперь меня игнорит. Если ты меня еще раз толкнешь, вот ты, если я тебя так толкну, потолкнешься. Она не слышит, да, я что говорю, ну ладно. Или слышит? Наверное, нет. Не слышит. А зачем махает тогда? Если слышит, не слышит. Мужик, я нечаянно. А, она слышит все. Ну ты смотри, за нечаянно вот это толкают. Отчаянно. Вот-вот. Так, ну у него ничего не получится, у него высоты не хватает. Хватает, я переношу чуть-чуть пониже основную часть механизма. Можешь такси, пожалуйста? Подожди. Он выстрелил. Сам, наверное, поднимайся. Он вы... Фу, да оно меня засасывает внутрь. А как по нему ходить-то, я вообще не помню. А по нему и не надо ходить. А по нему не надо. Смотри, что он выстрелил, психопат. Это мед, его есть. Кошмар, фу! А как? А можно же, можно же к меду, можно же башкой, да, вот это при вот этом? Да, вот? Да, да, можно на него встать, и когда все поедет, просто стоять на нем. И когда машина поедет, она не будет нормально все. А когда она поедет? Ну, примерно. Процессе, ну минут какой? 5, наверное, я просто, 5, да, 10, 20, 20, 20, она не рассчитана 10, на то, чтобы ее пониже делать. Угу. Поэтому я чуть-чуть в процессе. 5, 10, 5, 4, 5, опа, 5, как попал, видишь, оп, что я могу, оп, что попал, оп. А чё все сюда пришли? Все ждут. Все ждут убрать эту Атлантиду. Все в процессе. Вы не просите, я X-Данил выпускать не буду, пока над ним суда не будет. Так что не надо. Да выпустите меня, ну! Нет. Ну чё, целую неделю сейчас тут сидеть, да, что ли? Да, две недели. Нет. На следующей неделе на день рождения стрима не будет. Две недели? Нет! Ну не делайте так! Выпустите меня! Я считаю это неправильно, дайте вы хотя бы свободу. Какая сегодня луна красивая. Где? Где она? О, да, кстати, красивая луна. Красивая. И там вообще смотри, какая галактика. А! Оп, оп, вот и все. Акула, шарк! Шарк! Челюсти! Спасибо. Акула, я! Эдуард, выпусти. А у кого-нибудь водичка есть? Тебе мало водички здесь, что ли? Бери сколько хочешь! Баняня, вот тут разлей, я залезу. Туда. Забирай хоть всю. Да, хоть всю забери. Технически, теоретически, я надеюсь, то, что модернизация поможет запуститься вообще в принципе. Единственное, что осталось сделать, это одновременно сломать вот этот слайм-блок. Вот этот вот. Да, и вот помогу. Тот вот. Какой? Этот? Вот тот вот, на котором стоит вот, да, человек. А если и вот не одновременно вот. Будет? То она поедет в какую-то одну сторону. Офигенно, ты придумал, конечно. А как ее остановить потом, если она поедет в мистер Фавку, подожди. А потом надо будет вот эти три блока ломать. А как вообще ты ее сломаешь, если она двигаться бесконечно будет? А это возможно, мёд, они же ваншотом ломаются, давай. Да, они ломаются один клик. Главное, чтобы сейчас Дискорде все заработало. В Дискорде задержка, понимаешь, секунда или две. Мы не сможем одновременно. Так ты смотри еще и на персонажа, когда он сломает, ты сломай. Офигенно. Он же замахивается, поэтому успеешь. Ну давай, давай. Ну да, давайте. Раз, два, три. Ничего не сработало. Ничего не сработало. Это очень странно на самом деле. Ну не работает твой механизм, дед, в трусах. Вообще не работает. Ну. Я сразу говорил, что этому деду доверять не надо. Тебе доверять не надо, Хаги-Ваги. А мне кажется, он подставляет вас. Люди, сюда наверх поднялся Клайд. Его нужно убить. Кто поднялся? А я поговорить при чём? Где он? Я стреляю. Он ваш адвокат, не нападайте. Я где адвокат Бровястого. Где мой он? Адвокат, но... Да вот. Я не вижу. Я полетел туда и за мной, понял? Под водой. Что за беспредел? Я с вами дружу. Вы почему на него нападаете? Он ничего плохого не сделал.
Бандиты! Все! Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и никому не достался! Не надо трогать меня! Колобка не трогаю! Колобка нельзя кушать! Как так, сюда, как так вышло? Сюда. Как так вышло, что два главных участника. Два главных участника мокрого ванга стали врагами мира. Как я попал! Понял! Просто. Туда его! Туда его! Жулика, вора этого бандита! Да. Ну нет, просто убивать людей за ничего, ну это как-то да. Он на твоей стороне! А я что это? Не бью. Так вы меня выдали адвоката, да? Он вам, ты сам его взял, он вам принадлежит! Он вам принадлежит! Вы мне адвоката выдали! Ты сам его взял! В смысле, адвоката мы никого не выдавали? Это твой адвокат! Чё так он? У меня нет... Я не знаю, не занимал в коробке! Да-да! Он ваш цивиль! Он в городе вашем жив! Ну, в бывшем городе! Всё, уже не живет. А почему? Потому просто что так? Он на твоей стороне. А, что это за дискриминация? В смысле дискриминация? У меня, типа, адвоката не, нельзя, чтобы у меня было, да? Теперь ты... адвокат плохой, да? Что это такое? И вы еще судите, что вообще... Там все шмотки разлетелись, я ненавижу этот слайм! Я пойду подберу. Вот так вот. Вот так. Где они? В какой стороне? Скажите, куда они разлетелись? Я часть внизу подберу, я отдам тебе. Где? Скажи, где? Я тут наверху, наверху поднимаю. Половина наверху, половина внизу. Я уже забрала твои шмотки, которые... Главное, я чтобы я не прокекал трезубец их. И свои полтораста полтораста алмазов. У меня только 70. Ты Клайпа убил ни за что. Там, да, кстати! У меня, было, у меня было примерно 70 алмазов. У меня только вот 70. Вот. Может, еще наверху там есть. Скорее всего, все наверху. Да, тут часть наверху вот спасают. Да, но алмазов тут нет. Я, ну, я посмотрю. Они были здесь, меня, они меня, были меня, здесь. Меня, да, давай. Идите на мед лучше, там не скачет. Да-да, идите. Можно скинуть? Ты меня толкнуть хотел, что ли? Там Клайп опять словит. С тобой так же будет. Да, о, трезубец самое главное. Твое. Клайп! Ты меня шапочки, шапочки. Ох, мое. А, так. Подожди, а кирка, где кирка? Кто, в смысле скинул? Я ему сейчас скину я, по башке. Меня Клайп скинул, я тебе вещи несу, он мне скидывает. Спасибо, спасибо. Ну спасибо. Это, походу, месть за то, что вы его убили, да? Так я ничего не делал. А где он, где он? Скажи, где он? Я его сейчас... Наташа, это потому, что ты на стороне Эдуарда, вот почему это, понимаешь? Слушай, ты там, да? Хватит поддакивать уже. Это ваша логика такая! Где этот, где этот? Странно. Да он вниз прыгнул, испугался. Где этот обосранец, где он? Где он? Это он! Вот он, вот он, вот он! Плюс... Вали! Что мне еще делать, если не поддакивать? Я в коробке сижу! В четырех стенах просто! Не поплачь! Я нет, стак картошки украли! Стак картошки! Ух, у меня половина! Эдуард, возвращайся! Эдуард, я не знал, что это ваше, было слишком много вещей. Не, на бочку, хорошо, давай сюда. На, вот это, вот это. Все, вот все, это, что было, вот все, что это, было, все, что было. Это. А нет, стой, стой, последняя книжка моя, а, нет, все, все, это твои. Все, что выкинула, все мое. Ты же своих воруешь, что? Пожалуйста, это моя книжка, мне ее Тоторо подарили. Так и ворую, Наташа, Эдуард. Спасибо, спасибо. Все, мое. Хлеб. А, да, смотри. Еще у тебя 4 алмаза было вот. Да, так. да, все мое, все мое. И губки, и губки. Шлем на тебе, это мой, он не зачаренный, а вот это твое, Шан. Не-не-не-не-не, этот алмазный шлем мой. Да я пошути! Он, знаешь, он напомнил мне этого голубя, который, короче, на крыше стоит. Да. Вот так вот как. Давай быстро, дед, ты чё это... Ну, в процессе, ну... Шаманишь свою машину неработающую. А где уровень? Кто мне уровень вернет? А никак. Ну, ты сам сдох. А кто-то еще... Да не трогай меня! Кто-то еще украл мою рогатку, которая была там на силу зачарена, прочность, еще чё-то. Ты вообще ошалели! Вы кто рогатку мою украл? Арбалет, которая рогатка. Да, который... Нет, именно рогатка, который. И я револьвер тоже, у меня зачаренные шмотки были. О, у меня есть арбалет, починка, сила 4. Да, прочь. Да, да, но... да, да, вот оно. Дорогая. Освободите меня, пожалуйста. А где он?
Сейчас дам, я бегу. Слушай, пока сюда, не ты украл тризубец. Съел не зачарован. Украл. Да, в смысле, не украл, господи. Ну ты просто признайся, попроси прощения, и мы тебя отпустим! За что? За то, что я не делал? Всегда нужно признавать свою вину, понимаешь? Но ты не признаешь. Просто скажи, да, я украл, я сделал глупость. Больше это делать не буду. Все! Тогда я совру, я не хочу быть как вы. Нифига себе. То есть, это реально. Это синдром называется синдром восьмиклассника, по-моему. Типа, весь мир вокруг меня, типа... Глупый, слышь, ты, синдром! Умный. Слышь, ты, кто заговорил вообще? А вот балаклаве, мужик! Ты бандит! Он не балаклаве, прошу заметить! Он лицом об уголь уканулся! Носит балаклаву в кармане, еще доверять ему что-то должен! Из нас с тобой двоих не я в бедроковой комнате! Так, сейчас вот это для начала лучше убрать, а то оно помешает. Очень сильно. Так, давай, слушаю. В общем, рычаг надо поставить вот тут вот, на грань, вот тут сбоку. И что, и поедет? Чтобы на глазике нос ему сделать. Ну, надеюсь. Если не поедешь? Значит, я сяду и разработаю совершенно новый механизм на основе давайте. Старых. Готов? Камер. Давай. Да! Поехало! Надо воду там убрать. Нифига не поехало. Едет же. Другая часть не поехала, задняя не поехала. Главное, что убирает. Уже хотя бы убирает больше, чем могло не убирать. Так оно ничего не убирает. Оно ничего не убирает. Не убирает. Почему оно? Убирает, но... Оно убирает основной частью, но не тем, что надо было. Ну, доработаешь механизм, ничего, это уже хорошо. Ну, в целом хорошо. Но ну, главное, что оно уже работает. Это да. Уже быстрее, чем вы губками это делали. Ну, как? Мы прождали суд. Да, мы сутки прождали. Не, говорю, ну, прогнали суд. Я в трусах, не, оно так не цепляется. Я в попытке, в моменте. Я в попытке. Но тебе придется это остановить, но эта флай-машина, она полетит дальше. Да, и потом серж залагает, и все вот это. Не-не-не, остановить я точно знаю как. Я ее модернизирую сейчас и так далее, и все, этой воды как не бывало. Ну все, давай, Ах ты, собака такая синяя. Я наблюдаю за этой погоней за флайфом просто. Я вообще... Голый в Майнкрафте! Что у меня? У меня ресурсов нет, вы, валите, варвары! валите его! Так а ты сам задираешь! Я что за дичь? Я вас тут запердохаю всех! Кого ты запердохаешь? По одному вас забирать буду, как Джон Уик, понятно? Пердохалка, да. Я тут Танос и Белка. Я вообще ничего не вижу. То есть Танос сейчас своими перчатками щелкает. А ты тут! Я перед тобой. Я пришел тебя вызвать. О, ты меня пришел вызвать? Да, конечно, давай вызволяй меня. Ой, сейчас я, подожди немного, бедрок поломаю, вызволю и все, я сейчас тебя вызволю. Ой, давай, Эдуард, ты же мой спаситель, конечно. Сейчас вызволю тебя. Давай. Сейчас, бедрок, ломайте бедрок, что смотрите, ломайте бедрок. Давай. Сейчас Танос щелкнет вот перчаткой своей и сломает. Сейчас у него каменная кирка, сейчас он сломает, сейчас он вызволит. Как жаль, что нету такой функции, как нажать в реальной жизни на клавиатуре на букву Т английскую, и тогда написать слэш ТП, икс, да ну, это сейчас Танос все как порешает. Жаль,